Я говорю всем привет. Это снова я. А если это снова я, значит сегодня вы увидите какие-то снова полезные эксперименты. Каждый из вас, наверное, хотел взять пену для бритья своего бати, выдавить ее всю и посмотреть, сколько же там пены. Например, я хотел всегда это сделать. И сегодня мы выдавим не одну пену, а целых 50 штук. Вот это все мы сегодня выдавим и посмотрим, сколько пены будет в этих 50 баллонах. Давайте начнем. Один баллон мы уже выдавили. Продолжим давить пену на то же самое место. Ну, если честно, я думал, что она будет вытекать быстрее. Не буду говорить, на что это похоже. И это пока всего лишь 3 баллона пены. А что будет, когда мы выдавим 50? Ой. Похоже, пена съела какое-то кислое молоко. Чувствую, пальцы у меня сегодня накачаются. Потому что я выдавливаю 5 баллонов, и уже пальцы у меня напряглись очень сильно. Выдавливаю уже 11 баллон. Силы в пальцах заканчиваются. Я не думал, что это будет настолько сложно. Вот эта гора мне напоминает снег. Сразу зимы захотелось. 12 и 13 баллоны. Чем еще заняться в ноябре? Выдавить 50 баллонов пены для бритья на землю. По-моему, 14 и 15 баллоны. Пока еще даже нету половины. Но пены вроде бы и много, но вроде бы и мало. Пальцы нереально уже устали. Кстати, это не реклама пены. Пена Аяка. Аяка. Сами знаете, короче. Хватит пукать. Уже сбился со счета, но мы продолжаем лить пену. Остается 4 вот таких вот пачки пены. Уже начинает темнеть, и осталось 12 баллонов. Ну, кучка, конечно, хорошая. Это получается, мы уже выдавили 40 баллонов. Вот в этой куче 40 баллонов пены. Главное лицом в нее сейчас не упасть. 2 последних баллона с пеной. А это значит, что мы уже вылили почти 50 баллонов с пеной вот сюда на землю. И вот такая вот куча у нас получается. Я думал, что пены в 50 баллонах будет намного меньше. В общем, 50 баллонов пены вот здесь. Вот такая куча у нас получилась. Не знаю, пишите в комментариях, большая ли она. Ожидали вы, что она такая будет, или думали, что будет меньше? В сравнении с моей рукой, пена, куча пены вот такая вот. Теперь мы знаем, сколько пены для бритья в 50 баллонах. Мы это проверили.
Давайте вы напишите в комментариях, что нам проверить еще. Если мне понравится ваша идея, я ее воплощу в жизнь. Вот такой вот ролик. Давайте с вами попрощаемся. Всем пока. Потому что там уже кто-то идет. Кажется, хозяин пены. Всем пока. Это что? Там облако упало, стоя. Ого! Я не знал, что облаки падают. Сёме покажу, не поверит. Не понял. А это что там? Облако упало, что ли? А нет, это не облако. Это пена для бритья, что ли? Где моя бритва? Всегда со мной. Это что, ничья, что ли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова